Всем привет! С вами Денис. Сегодня мы будем играть в Roblox Tower Tower Defense в Hard на карте Toad HQ с моими юнитами. Пошли. Будем в одиночку проходить. Так, надо, чтобы быстро загрузилось. Кто знает, может, не по миллиард лет загрузится. Ого, все загрузилось. Допусти. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Опа! Эту карту обновили, кстати. Я же точно помню, что она как-то по-другому вроде выглядела. Какая-то лесенка. Так, я камеровумен тут поставил. Но это не та камеровумен нубская. Это вот такая вот, которая стреляет. Что вот это? Так, скипаем. Так, прокачаем. Вот, третья волна. Можем отыски врубить. А хотя уже не надо. Хотя давай ненадолго включим. Скипнем. А то просто на пятой волне идет дурклав. Это довольно опасный челик. Так, вот в сколько. Ой-ой-ой, а чё это так, как так случилось? Как у меня автоматически скипнулось? Я вроде отключила это скип. Так, ой-ой-ой, надо прокачать. А хотя мы не садились, хорошо. Так, ставим еще одну. Камера вумен тут. Кто не знает, я думаю, что многие знают сериал Скибиди Тоуд. Но сейчас он не такой популярный, а раньше был популярный очень. Так, уже седьмая волна. Так, дурклав пошел. Он там с двумя когтями. Так, полицейские тут идут, 410 хп. Короче, легко. Только не. Лучше так не рисковать. Хотя, ну ладно. Просто на 10-го у меня очень опасно идет. Ну не эти дуйклавы. А вот кто. Миниган и босс. Так, нужно вот этого клок спайдера заспавнить. Справимся, нет? Думаю, что справимся. Ой-ой-ой, паразит. Паразит тут. 20 тысяч хп. А, мы справились. Так, ну давай вот эту птичного. Опа, мутант пошел. На изи справимся. Так, нужно 1800.
Ой-ой-ой-ой-ой, надо вырубить, сейчас постив. Миниган пошел вместе с этим очкариком, шопи-шариком. Справимся. Опа! Не, хотя давай прокачаем все-таки. И поставить титана. Не знаю, ну ладно, прокачаю вот этого. Сейчас снова. Фука. Так, два босса пошли и этот гигантский очкарик. Опять очкарик. Так, ну ладно, 1500 я. А 15 она такая маленькая. Вакуум и очкарик. И все. Можем автоскипку включить. Так. Так. Опа, давай вот. Вон вместе его поставить. Давай тут. Опа, 17-я волна. Стоп, стоп, стоп. Ой-ой-ой. Куда полетел? Ё-моё. Такая опасная 17-я волна тут. Ой, эти убийцы еще добавок идут. Справимся. Так, так, так. Титанчика прокачаю. Так, так. Изи. Ой-ой-ой, не изи. Паразиты пошли. Хотя не, изи. Все равно. Мы со всеми справимся тут. Со всеми тут справимся. Так что можно не паниковать. Мы на изи тут справимся. Так, 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 мультиклав пошел, 96 000. На изи справились. Вакуум 77 000. И тем более 3 тут. Вакуум. Так, и вот эти. Большие. Опа, 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 опа. Вырубаем автоскип. А то столько боссов тут. Трындец. Хотя можно скипнуть. Ладно. Прощайте, боссики. Мы с вами на изи справимся. Опа. О-о-о-о-о-о-о. Вот это опасные волны у нас сейчас идут. Ой-ой-ой, уступили. Вырубаем автоскип. Срочно вырубаем автоскип. Срочно вырубаем автоскип. А то мы можем поиграть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, сигул. Где этот сигул? Блин, 2500 прокачка. И что теперь делать? Мы сольемся или нет? Сольемся или нет? Я не хочу слиться. Прямо на 23-й волне. А хотя, можно скипнуть. Тут куча этих больших... Паразит! Паразит, паразит! Тут много дульк лавов пошло. Боссы! Тут до хрена боссов пошло. До хренища боссов тут пошло. 44 500 у них хп. Блин, 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 проходят. У нас проходят. Внимание, у нас проходят. Ой-ой-ой. 25-я волна. Ракетчик пошел. 115 000. Охренеть. А хотя изи. Изи катка. Легче просто. Давай-ка вот этого токсического поставлю я. Токсического.
Изи. Оу, усыпили, усыпили. Не усыпили. Так, 27-го надо, хрена, боссов пошло, 49 тысяч хп у них. Так, так, так. Ну, изи. Что сказать? Мы на изи справимся. Так, надо Сигула этого прокачать. Так, о, 60 тысяч полетела птичка. Ну, мультиклав, изи. Раньше было нелегко, а сейчас уже изи. 30-я волна. Изи. Так, 5000, а у него сколько прокачка? 6000. Так, мультик Лав пошел. 137 тысяч. Этот паук, он сумасшедший какой-то. Опа. О. Боже. Да что нам эти ваши мутанты сделают? Мультиклавы. Легче простого. Я сброшу на вас 250 тысяч, что он тратила. Все, бабайски визисты. Боссы, мне на вас наплевать. Так, вакуум. Какая-то фигня там идет, которая легко уничтожить. Так, 35-я волна. Просто какая-то битва. Ультрабитва. Так, качаем. Боже, да что мне ваши мультиклавы сделают? Так, вакуум 128 тысяч, легко. О, 320 тысяч пошел. Это телевизионный. Их трое. Справимся. Мы справимся, да ну. Изи. Ракетчик тут, очкарик. Ну что с этими боссами? Боже, у меня аж локать. Стало очень сильно. Давай в сторонку отойдем. Так вот будем смотреть. Так, 41-я волна. Боже, таких легких скибидистов нам сунут. Так, куча вакуумов пошло. 143 тысячи. ХП. 42-я волна. Так,
Давай, иди, птичка. Так, и сигла максимум прокачаю я. Так, 43-я волна, вот. И тут скибетисты тут. Так, 44-я уже. Легко. Вот этого я прокачаю. Титанчика нашего. Ой, достали с старым маякером. Так, 45-я волна. Мне вообще никак не навредят эти ваши скибетисты. Так, 46-я волна сразу же началась. Токсического еще одного ставлю с этой стороны. Что мы и так справляем. Так, получилось 620 тысяч. Ну еще скибетист. 620 тысяч. То есть 620 тысяч хп ничего не значит. И вы, дебильщики, что вы тут забыли? Если вы все равно проиграете в этой битве. Практически каждую волну иду в мультиклавы. Мультиклавы. Ну это изи. Так, 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 кто это пошел? Ракетчик этот? Тьфу. Предпоследняя волна это уже. О, последняя волна. Так, вырубаем это, скип. И смотрим, когда как появятся боссы, как мы с ним справимся. Так, мутант туалет 2.0 тут. Справимся. А вот босс справится. Где он? Где он? Вот. Летит. Изи, короче. Сейчас мы его добьем. Да? Да, мы его добили. Все. Мы за 17 минут прошли эту катку. Короче, с вами был Денис. Вы были на канале Громовской Транспорте. Смотрите мои другие видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.